Это что за маг-кудесник такой, блин? Ладно, а если я его, так сказать... Братишка, ну-ка, давай-ка за меня, скажем. Ребята, это кто такой? Ты кто такой вообще, а? Что за воришка? Э, братан, погоди, стоп! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2». Это модификация, перерисовка. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Да, уведомления, все дела. В общем, ребята, сегодня будет опять же новый зомбос. Давай поглядим, и у нас темное время. Да, темные времена, в общем, вот это вот... Блин, интересно, какой здесь будет дракон. Ты же помнишь, что зомбос тут дракон. В общем, опять же, будем поначалу хардкорные уровни проходить. Ребята, блин, ну выглядит, конечно, шикарно. Это то же самое на самом деле, ребят. Вот, один в один, просто этот уже разрушен. Вот, а когда-то, кстати, между прочим, в оригинальной было как раз 30, либо 35 уровней. Реально такое было. А потом что-то они решили в квесты засунуть. Вот, ну не знаю, зачем. По мне так это, ну, такая идея. Ладно, ребят, давайте 21 уровень. Мы уже, на самом деле, пытались это пройти. Да, ребят, но я там слишком немного... Ну, короче, подустал. Поэтому сегодня с новыми силами мы с тобой будем проходить. И это капец. Погляди. Это первый уровень, ребят, хардкорный. Значит, тут и шут, который будет парировать наши атаки. Ой, блин, и король, и маг. И еще и Гаргантюа. Но это просто жесть. Надо подумать, ребята, надо реально подумать, что нам лучше всего взять. Вообще, по идее, колючки нет, потому что маг будет их там фигачить. Шут, конечно, нормально будет по ним идти и умирать, но... Слушай, а в принципе ультомата вообще такой неплохой. Он такой неплохой, дружище-то, на самом деле. Цитрон есть, есть еще боулинговые луковицы, но, ребят, боулинговые луковицы, шут. Да, в нем-то проблема, ребят, в нем проблема. Поэтому давай смотреть. Так, что мы еще с тобой берем? Обычный подсолнух? Давай айсберг возьмем. Так, надо подумать, острый боб... Ну, кстати, можно станить, по идее. Давай вот это возьмем, ребята. Слушай, думаешь, ультомата вытащит, а? Вот не знаю, дружище, не знаю, к сожалению. Рогоз точно нет. А, электрический грохострел может быть. А, турки пульт. А, кстати, как шут, интересно, будет парировать? Я клубнику ем. А, приятного аппетита, ребята. Да, кто ест? Я тоже недавно клубничку, малинку ел, блин. Вкусненько. Ну, только смотрите, чтобы вам там клоп не попался, не дай бог, ребята. То такое может быть. Слушай, турки пульт, ну... Лазерный боб, еще такое тоже интересное орудие. Давай, наверное, вот этого возьмем. Кабачок, это имба. Ну, давай глядеть. Посмотрим, дружище. Все, начинаем мы с тобой. А, начинаем расставлять. Тут поставим. Все, начинается. И вот это капец, сколько шляп, просто посмотри. Это ужас. Мы получили, в общем... Вот этот скин, если ты не помнишь, пройдя уровень Спанч Боб. Тут был такой ивент, ребята, Спанч Боб, да? И грохострел у нас теперь чисто Спанч Боб. Это, конечно, забавно выглядит. Так, хорошо. Хорошо, ребята, наступают. Уже наступают, ребятки. Еще на этом рядку, ребята, надо глядеть в оба. Ну, по крайней мере, кабачок у нас, если что, есть. Так, ладненько. Копим денежку. Ребята, обязательно копим денежку. Надо побыстрее, понимаете? Так, все, отлично, поставили. Так, этого снесли, отлично. Так, дружище, ну-ка, погоди ты. Так, все, ультамат есть. Так, куда ставим, ребята? Вот сюда. Блин, ну проблема в том, что он, видишь, какой маленький, блин, ну что он там сделает, блин? Ну что он? Еще не вырос, родной. Может,
Где-то пульку начинать ставить, ребят. У, маленький дух даленький, как говорится. Смотри, смотри, что творит. Так, сюда, сюда. Но с каждым разом они дорожают. Вот в чем беда. Да, в этом есть проблемка. Так, и понятное дело, мы вот так делаем, ребята, в избежании. Там понимаешь, чего. Так, этого мы тоже застанем. Слушай, хорошо справляется, май. О, май, ва. Отлично, отлично. Так, дружище. Шикарно. Так. Давайте, ребята, работайте, работайте, работайте. Я боюсь индейка пульту вот ставить, ребят. Я боюсь то, что этот шут начнет сейчас капец что там творить. Блин, 450, мама. Жесть, это жесть, ребята. Это просто жесть. Ну что, попробуем? Давай попробуем, братан, надо попробовать. Так, понимаю. Ну вообще, по идее, она не такая должна быть крутая здесь. Вот именно здесь, ребят, в этой модификации. То есть, понятное дело, что мы делаем, ребята. Мы делаем вот так вот. Мы делаем вот так вот. Так, стойте, грибочек вам. Ну, по идее, должны завалить. Я думаю. Стоп. Путь там идет. Не-не-не, дружище, погоди. О, отлично, отлично, отлично. Ребята, вот так делаем, ни в коем случае. Так, ультамата, а... Давай сюда. Ля, он еще мощнее становится, боже мой. Давай, братиш, давай. Просто фигачив. Давай, дружище. Я прям очень надеюсь на тебя. Так, 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 где следующего, где следующего? Давай сюда поставим. Ну, индейка пульта, ну. В оригинале она, может, и нормальная такая, потому что, ну, писали, писали братишки, мол, оно такое имбовое. Так, давай, устанавливаем, устанавливаем тут все больше и больше. Так, что мы делаем, ребята? Давай вот так. Отлично, 600, ну это капец. Так, давай-ка притормози, дружище. А то ты, блин, сейчас мне все тут. Найс, 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 найс. Выноси, выноси, родной. Блин, бабос, 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 бабос. Так, что с этим, что с этим? Вынесет ли он рыцаря? Ну, давай вот так сделаем. Блин, ну он вынес бы его. Так, жди, жди, жди. Так, грибочек. Браточек. Так, сюда, 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 ребята. Офигеть, он что, Гаргантюа уже? Да ладно. Блин, зачем я кабачок сюда поставил? Я недооцениваю, понимаешь, в чем прикол? Я недооцениваю его. Но вот немножко тут вот получилось нехорошо. Тут немножко нехорошо, ребята, получилось. Офигеть, тут вынесли. Я просто в шоке, что творит тут братишка. Так, не надо назад, нет, нет. Ладно, ладно. Давай, мага, 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 мага. Фигач, 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 фигач. Так, копим, 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 ребята. Копим, быстрей, 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 быстрей. Так, мага, погоди. Братан, погоди, погоди, родной. Так. Слушай, ну пока проходим, это хорошо. Есть, они вынесли его. Отлично. Так, понятное дело, что мы вот так делаем. Найс. Капец, да вы чё вообще обнаглели посредине? Посмотри, что творят. Посмотри, что... Нет, стой, 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 братишка. Погоди. Отлично, отлично, отлично. Теперь выносим этих. Надо как-то их приостановить. Есть.
Блин, что ж с вами делать-то, а, говнюки? А вот так вот, вот так вот! А, видали? Давай, мощнее, мощнее будь! Офигеть. Слушай, ну помидоры это прям имба! Офигеть. Офигеть. Так, мы чуть-чуть тут покормим, но что делать? Так, 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 есть. Отлично, еще, еще, еще. Ну а что, что делать, да? Мы тут копеечки, по идее, получаем, но... Посредине нам сейчас нужно. Ребята, срочно, срочно, срочно. Мой братан. Что думаешь, что думаешь, что думаешь? Ну, пока на самом деле все очень фигово. Тут... Не заморозить уже, не успеем, ребята. Значит, вот так вот. На! Братишка. Мы пожертвовали этим помидорчиком, ребята. Все, Горбинфио отлетает. Ну, на всякий случай поставим. Вот тут бы мне поставить сейчас, а? Ну что, ничего, дойдет, дойдет наш дорогой. Так, мы с тобой, понятное дело, еще вот так поставим. Вот так поставим. Давай, Мак, подойди, подойди поближе. Подойди. Давай, роднуля. Нет, да почему? Братан, там две клетки, зачем? Ну ладно, ну пусть так будет, ладно. Тут жирают тоже. Ну и идите нафиг. Выкусите. Слушай, мне помидор вообще зашел. Вообще клево. Томат. Слушай, прям вообще клево. М? Так, ну хорошо. Я просто его давненько вообще... Чем это пахнет? Дружище, в таких временах знаешь, как пахло? Будь здоров, еще канализации не было. Это что у нас за новый зомби? Погоди. Это вроде как зомби из китайской версии, да, ребята? Слушай, я когда-то играл... Погоди, это... Это кто? Ребята, это кто такой? Ты кто такой вообще, а? Что за воришка? Берем томат. Да, берем его. Слушай, а кое-что я хочу изменить. Все-таки хочу, чтобы побольше было солнышек. Давай-ка, наверное, так сделаем. Индейку мы убираем. И, наверное... Да пока так. Значит, он воровать солнышки у меня будет, да? Вот этот вот чибрик. 22-я ночь. Так, в принципе, ну, я не буду нажимать. Смотрите, ребят, я, конечно, понимаю, может, хотите, чтобы я побыстрее все это прошел, чтобы побыстрее зомбоса там. Вот, особенно на стриме, потому что мотать нельзя, да. 4 волны, жесть! Братан, погоди, стоп! Ну, допустим, вот, кушай. Прошу. И чё дальше? А чё дальше-то? Ну, ты типа такой крутой. А я сейчас вот так сделаю. Все? Это приятно. У него там, он наворовал там солнышек. И смотри. Ах ты, воришка, солнышек, а? Ах ты, маленький воришка. Так, пацаны, ну, надо как бы... На самом деле, надо было немного подождать, потому что видишь, что тут происходит. А, у нас сейчас такая картина, что... Так, ну, в принципе, пока еще работать можно. Можно, ребята, работаем. Работаем, ребята. Нормально, можно работать. А вот тут работать, на самом деле, ну... Да, ты понимаешь, в чем беда. Тут каждый раз эти улучшаются. Блин. Да, проблемка есть. Проблемка, ребята, есть, и она как бы... Сейчас не уйдет никуда. Так, ну, короче, посредине. И вот тут вот надо чисто братишек вот этих ставить. Все, понимаю.
Так, ты погоди, мой дорогой. Родной. Так, отлично. Офигеть, уже вторая волна. Да, стоп, ребята, ну как-то... Вот этого надо сразу валить. Кубачок! Господи, на секунду, у меня аж сердце замерло, ребята. Я думал, сейчас уничтожат, боже мой. Ладно, нет, все нормально. Есть, отлично, хорошо, все идет. Ну, как хорошо идет? Пойдет. Скажем так, ребятки, пойдет. На самом деле не прям все идеально и все прям замечательно, но вот тут вот печаль, беда. Ладно, ребят, пропускаю. А что делать? Пропускаю. Так, давай зато следующие ряды как-то попробуем не пропустить. Но тут придется пропустить. Тут хошь не хошь. А хошь. Так. Кабачок мы там поставим, ничего страшного. Так, сюда. Ничего. Мы сейчас сгруппируемся и все сделаем как надо. Так. Можно мне, пожалуйста, кабачочек? Только брат, пожалуйста. Да почему? Ну почему? Братан, почему ты эту жертву выбрал? Ладно, спокойно, братишка. Все нормально, все хорошо. Не переживай. Это эмоции, это нормально. Мы эмоциональны, все окей. Ну сейчас ты должен... Ну ладно, ну хотя бы так. Спасибо тебе, братан. Спасибо тебе огромное. Если честно, это тоже все равно было ужасно. Так, стоп. Мы до последнего его сейчас стопаем. Так, ребята, погодите. Отлично. Блин, мне помидорыч вообще зашел. Вообще красава, лучший. Просто лучше, я не знаю. Офигеть, что он, блин, творит? Ты помидорка, ты что творишь? Ты реально помидорыч? Ты что? Ну, сейчас-то нормально все будет. Должно все нормально. Так, есть. Есть, ребята, отлично. Да помидор не жри! Блин, и там этот... Ладно, этот ряд мы тоже можем пропустить. Типа. А вот тут вот... Как бы... А уже последняя волна, жесть! Мама! Everybody! Ну, ставлю хоть кого-то. Скажем так. Тут у нас есть, да, братишки. Так, давайте, ребята, в атаку. Нам срочно надо хотя бы такого маленького помидорку. Хотя мы можем сразу раз и все. Ребят, что я? Проблема. Ребята, проблем. Видите, да, в чем беда? Стоп! Нет, не убирай это нафиг! Как я не видел такого, братишка. Так, я просто жду кое-кого, кое-чего. Давай, братик, решай. Красавчик. Лух. И тут прям гигантский, здоровенный томат. И он просто вынес. Раз. Лучше, я не знаю, ребят, ну, красавчик. Блин, мне бы до третьей фазы доходить постоянно, и было бы у нас все хорошо. Но тут уже вмешивается то, что надо, блин, на конвейере растения брать. Ладно, и расставлять. Так, ну, начинаем. Тут они будут, как ты понимаешь, сильными. А, ну, тут есть свои, конечно.
фишечки. Это хорошо. Но вот эти скляночки мне больше всего бесят. О, господи, еще эти звуки, родной. Так, братан, кушай. За нас будешь. Ну, должен отлетать. Должен отлетать по КД. Так, как думаешь, здесь натравить одного зомбака на другого? Я думаю, что да. Блин, там их два. Ну ничего, у меня тут есть такое вот еще. Ну что, ребята, что думаете? Только не слабого. Посильнее, посильнее. Да посильнее же я сказал, что за... Что мне слабака дали? Вот что это такое, а? Ладно, ладно, хорошо. А я не знаю, почему-то, как только он грибочек съедает, все, он еще чуть ли не слабее становится. Так, братишка, ну-ка покажи мне огонь. Посередке, посередке нужно, сейчас требуется. Так. Слушай, наверное, надо было чуть подальше, да? Ну, ничего страшного. Не, братан, ты мне нужен. Давай, иди, 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 иди в атаку. Ты слишком крутой. Да, ребят, надо было все-таки их чуть... Ну, ничего. По-моему, если мы удалим, кстати, по-моему, то можно будет сейчас... Блин, они все больше и больше оставляют, ну ладно. Угу. Будешь нашим под прикрытием работать. Есть. Нашим будешь. Выпивай. Квасочка, браточка. Чё-то ты потрёпанный немного. Чё, бобика хочешь? Ну-ка давай, жрай, жрай, жрай. Так, а вот этого мы берем, ребята, вот этого мы берем. Это мы убираем. Мы сейчас чуть подальше поставим, опять же. Серьезно? Ладно. Пусть будет. Ля, ты нашего агента, ты шо? Блин, что-то я скибичи туалет, походу, пересмотрел. Агенты какие-то, блин. Ох, ладно, 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 пацаны, все нормально. Так. Жалко, конечно, нельзя Гаргантюа у нас. Просто-напросто. Слушай, ну хорошо уровень прошли, честно скажу. Вот это как по маслу. Скоро зомбос, скоро зомбос. Ребята, и мы получаем гип на гриб. Ну, нормально. Скибиди горохострел, боже. Ой, блин. А по-любому, знаешь, еще модификация какая-нибудь. Я недавно видел, на самом деле, анимацию. Ну, может, ты смотрел когда-нибудь Madness Combat. Гляжу, уже появилась анимация Madness Combat. Камера Мэна, это капец. Они вроде как должны быть за людей, но они там как бы лупят друг друга, в общем, ты понимаешь. Короче, 5000 солнышек, ладно, хорошо. Да что это за чувырлы такие, ребята, вы поглядите, что это ты нацепил? Вот что это, блин, такое? Вопрос. Что это за крепость у него на лице? Ладно, так, это получается, нам нельзя... Вот эти вот штуки брать. Ну ладно, ладно, понимаю, понимаю. Ультаматы я беру, раз 5000 солнышек, то я думаю, там должно быть нехило. Так, как-то так, да? В принципе, я все предусмотрел. Шуты будут, да, шуты будут. Погнали. Так. Давайте, ребята, кваску, кваску махнем. Жарко, все дела.
наше квасное братство, ребята, за него. Итак, самого такого, наверное, берем. Хотя, по идее, блин, его бы просто вот грибочек. Давай, наверное, тут этот поставим. Вот они сейчас будут идти потихоньку. Не, тут можно вообще конкретно хорошо вообще выжить. Ребята, просто в конец ставим. Все нормально будет. Так, братан, ты что-то слишком быстро идешь. Погоди, родной. Блин, ну я тебя не могу... куда пошел? Обратно, ну-ка, стоп. Что это за шаги такие, братишка? Съедай. Он не хочет съедать, ты офигел? Это что за дело? Не, я тебя просто так не оставлю, дружище. Ты думаешь, ты такой крутой? Вот так вот. А вот так вот мы с тобой поступим. Я вот так вот поступлю, и все. Да, я вот так вот поступлю, понял? То, блин, тоже офигел. Так, рыцарь другого рыцаря жрет. Ничего удивительного, ребята, все дела. Блин, да там их двое! Так, а может мы с тобой как-то защиту дополнительную вот так вот поставим? Давай-ка вот так сделаем. Так, я могу рыцаря притянуть, но пока не буду это делать, потому что время, ребят. Вообще, надо бы. Давай, братан. Вот звол. Слушай, это вообще хороший... Смотри-ка. Давай. А, у нас проблемка тут, потому что у нас нету томата. Вот. Слушай, какие томаты шикарные, а? Слушай, это мое любимое растение, похоже, будет. Я просто офигеть люблю его. Смотри, что творит. Смотри просто, что творит. Сюда, родной, сюда. А я даже не знаю, куда. Ну, на томаты нельзя. На томаты нельзя, ребята. Иначе будет печально все. А я могу вот так сделать. Ну-ка, съедай бобика. Съедай, родной. Ля, испепелили. Так, дальше вот этого. Будем потихоньку вот так вот, ребята, работать. Так, сколько надо? 5000. 5000. Офигеть, что там маты творят, бля. Блин, нам нужно еще больше, ребят. Нужно еще больше. Так, пожалуй, сюда. Слушай, хорошо, что мы томат взяли, а? Реально. Так, давай-ка ты против него. Так, ребята, отходите, пожалуйста. Мне тут надо вот это вот взять. Солнышки. Так, что там? 5000 есть, ребята. Все, прошли уровень. Найс. Я хочу сказать найс. Тут можно вот так вот сделать. Слушай, ну грибы это, конечно, имба. Так, дружище, здорово. И последний, давай, жги их, брат. Жги. Ну, до третьей фазы я не могу добраться. Вот все нормально, ребята, только до конца. Либо только одно растение. А как у нас тут по пяти рядкам ходят? Ходят, братишки. Маленький тут еще. Ну, держи. На. Пожертвовали, бедный он. Топ трагедии, ребята. Так, ну что же. Все у нас вообще отлично, все хорошо. Сегодня прям вообще вот так вот просто идет, а? Мне прям нравится, ребят. Ты погляди как, а? Так,
Хорошо. Массивная атака, нам говорят. Опять же шуты, опять же то, все, но тут у нас конвейер. Так, первым делом, естественно, мы выбираем вот это вот. Ага. Итак, покажите, что будет происходить. Понятно. Ну, окей. И музыки, правда, мы не слышим, ребята. Но что-то там жесткое, наверное, играет. Бум-бум-бум-бум. Тебя бумку, а? Иля, спасибо, спасибо, ребят. Мистер Фрог получает награду. Да поедь классом, братик. Спасибо тебе огромное. Да, на ВК Play Life есть такая функция, ребята, наградки. Так, ну отлично. Тут мы, наверное, в конце будем ставить. Ля пропеллер, ля. Хеликоптер, хеликоптер. Куда мне этого хеликоптера-то, блин, девать? Так, ну найс, сломали. Красавчики вы, конечно. Вот так вот сделаю. Тан-тан-та-тан-та-тан. Вообще, по идее, можем им свободный проход сделать, ребята. Типа, идите, идите, ребятки. Но, не знаю. Да можем, а чё нет? А чё нет, ребят? А чё нет? Только вот так вот. Ну как свободный проход? Видишь, в чём беда-то, а? Смотри, что творят они. Видишь, в чём беда? Тут же маги всякие различные будут. Поэтому это печально. А тут можно, в принципе, и так сделать, ребят. А чё нет-то? Ну-ка, давайте. Улетаем, господа мои хорошие. Тут я пока припасу для лучших времен, ребят, потому что что-то как-то тут как-то так себе. Так, сюда ставим. Хорошо, хорошо. Ну тут можно поиграться на 2х. Почему бы и нет? Не, чуваки, хорошие. Бесите, бесите. Вот реально бесите. Да ладно, Цитрон, да вы чё, блин, такой подарок? Понимаю, неплохо. Неплохо, ребятки. Ну, так-то нам бы лучше так особо не делать. Ну вот что сейчас идёт, а? Что сейчас идёт, ребят? А идёт сейчас мистер Горганчёв с одной стороны, с другой стороны. И чё мне творить? Ну, давай. Не, ну слушай, выносится потихоньку. А этого как мне? Просто стопать и все. Ну на, дядя. Ля кувалды его на арматуре своей. Ты что творишь, а? Ля, ну просто бедные орешки колят, охренеть! Мне бы фундук, вот если бы я купил сейчас орешки фундука, вот так бы он меня расколотил, вообще имба была бы, а? Блин. Слушай, мне такого горгинчуа бы под рукой бы, а? Раз и все. Так, родной, погоди. Так, ну первым делом, конечно, Горганчуа, я что-то я чувствую, надо завалить. Волшебника, мага у нас потом. У нас проблема Хьюстон, у нас ЧП. Надо срочно вот этих поставить. Ну что-то с цитронами-то? Чё это, блин, два всего дали? Чё так кисло? Скитлстрянка, блин. Ну давай-ка всё-таки это как-то, родной. Ля, ну, по всем флангам уже нас. По всем флангам. Ля, смотри, что творят. Ну ты прикалываешься, ну давай, братан, давай. Фигач их там, фигач. На, минус башка. Дай пирожка. Что-то так себе пока. Пойдет. Дружище, хочешь шипы? Может, ты йог? Давай, постой немножечко на них. Ля.
Так, понимаю. Чего-то у нас тут вообще... Что за дичь у нас тут происходит вообще полная, ребята? Вы понимаете? Я вообще не понимаю. Это просто жесть какая-то, реально. Ага, понимаю. Ну-ка обратно. Так, что у нас тут происходит, ребят? Давайте поглядим, где Гаргантюа. Где у нас Гаргантюа? Так, мы можем его вот сюда вот созвать одного, второго вот так вот. Вообще, по-хорошему, конечно, надо было сделать как, ребят, по-умному. Так, сзади давай, ля, хорош. Туда родного. Так, тут, ребята, давайте, ну-ка, на иголочке, пожалуйста, вставайте. Ну что, вот так делаем, ребята. Тебя вот так. Красавцы, вынесли, вынесли просто. Так, а короля? Каждый из нас немножечко король, ребята, который вот, смотри, он лежит. Вкусняхи жрет какие-то, ля. Все, хорош. Правда, тут что вообще за дичь происходило, ребят? Я сам в шоке. Так, отлично. Мы еще один уровень прошли, и это замечательно. Идем дальше. Мы с тобой француз, поэтому, конечно же, пропускаем. Так бы я перевел бы. Ладно, я просто плохо очень английский знаю. Так. Не потерять больше 8 растений. Конечно, репик. Конечно, дружище. Так, что мы с тобой делаем? Понятное дело, что айсберг уже отлетает по-любому. Хотя на начальных этапах можно было бы его взять. Вот что я хочу сказать тебе. Смотри, 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 смотри. Надгробие это, конечно, хорошо, потому что вначале можно, как бы. Ну блин, ну вы понимаете, в чем прикол? Загвоздка-то какая? Блин, ну она поможет нам. Ладно, берем. Так уж и быть. Сколько? 2000! Да ты офигел! Давай как сделаем? Ну, гриб берем. Да, да. Берем так. Вперед. Итак, что мы должны сейчас делать? С тобой, в принципе, все просто. Как и на прошлых уровнях. Мы с тобой ставим грибочки. Да, вот такие вот браточки. Так, отлично. Идет. Уже родной идиот. Куда же ты идешь, а? Куда же ты идешь? Блин, я 250 никак не накоплю. Или накоплю, погоди, я могу накопить. Сейчас, погоди, ждем. Да, мы потеряли немножко, ребят, но ничего страшного. Мы ставим... Давай, братан! Давай, хрена чего. Красавчик, просто лучший. Вася, молодец. Ну, тут я уже не накоплю, мы, наверное, его отпустим. Я понимаю, ребята, но его придется отпустить. Придется отпустить. Конечно, жалко, он солнышко бы сейчас нам дал бы. Но, что делать? Зато время. Время, ребята, мы выигрываем время. Это важно. Это очень важно. Видишь, пока он там потихоньку, как мышь, крадется, мы с тобой устанавливаем грибочки. Вот это все самое делаем. Так, пока есть время, потому что, видишь, эти сейчас будут заниматься полной фигней. Так, братаны, жрите. Можно, один мы сейчас потеряем, фигня. Нам главное сейчас немножко выкроить время. Блин, ну ты вообще не вовремя! Это что за маг такой?
Эй, Вася, ты что творишь-то, блин? Это что за маг-кудесник такой, блин? Ладно, а если я его, так сказать... Братишка, ну-ка, давай-ка за меня, скажем. Он просто сожрал, и все. Ему пофиг. Это печально. Это печально, ребята. Это печально. Это максимально печально. Он жрет. Он жрет шляпы, что ли? А у меня нет этих... Братан, я вся надежда на тебя, мой дорогой. У меня осталось всего лишь одно растение, поэтому, ребят, давайте рестартнем. Ля колдун, а? Ты гляди просто какой. Жесть. Слушай, ну это круто. Прям новые механики. Офигеть. Чуваки, это просто офигенно. Блин, серия уже такая долгая на самом деле идет. Ну давайте сегодня... Наверное, мы снимем, раз тут новые, прям новые зомбаки. Давайте это, ладно, будет пока что последняя серия. Но не переживайте, я... Просто надо побыстрее, блин, побыстрее, ребят, записывать. Все уже ждут, и так, ПВЗ. Я уже не говорю про терку. В общем, много-много игр надо снимать, ребят. Так что по времени хотя бы давайте разделим. Ну так придется сделать, да. Сильно не кидайтесь тапочками. Лучше поставьте лайкосик, если вы хотите больше ПВЗ. Слушай, надо подумать, надо подумать. Не, в принципе, все отлично. Все отлично, ребята, так что погнали. Погнали. Чего я выжидаю? Вопрос. Ладно, так, сейчас, ребят. Сейчас. Короче, мага надо будет посредине, да? Завалить. А на этих, в принципе, пофиг. Мы с тобой можем немножечко забить. Так, можем немного забить, пофиг. Так, давай. Так, есть. Не-не-не-не-не-не. Пофиг, да, они солнышки принесут, но на самом деле... Пусть так, ребят. Выиграем время, все дела. Так, родной, ты же не будешь мой грибочек жрать? Молодец, молодец. Он только, видишь, к растению подходит, все уже. Отходит. Какой скромняга, а, парень? Парень-работяга, трудяга, бродяга. Красавчик, ушел, все. Так, копим денежку быстрее, ребятки. Посредине устанавливаем полюбас. Так, ты на сколько клеток работаешь, родной? А то я что-то как-то... Вообще, красавчик, лучший просто. Так, маг идет, это просто жесть. Что он творит? Выноси. Так, мы еще можем тут немножко пободаться, скажем так. Красава, вынес. Вынес его. Молодец, умница. Так, давай, быстро. Успеем. Давай, братишка. Выжигай! Нормально. А, блин, ну не хочется терять, конечно, но 400 что-то я, похоже, не накоплю тут. Хотя вот так вот можно сделать. Пока подумает. Пожует. Ты на орех. Да, ставим, ребята, что делать? Быстрее. И 450 нужно. Очень быстро накопить. Идет с флагом. Ну. Блин. О, бусты, ребята, бусты! Отлично, ребята. Кайф. Отлично. Вот так делаем. Так, давай сюда поставим. Хотя посредине самая такая ситуация, но нужно. Так, 550. Мага фигачит. Это очень важно.
Офигеть, ля, что это, из Гарри Поттера, что ли, шляпа? Я не знаю, ребята, что это такое? Блин. Что это за фигня? О боже, их просто целая туча! Что бы я без ультамата делал, а? Ты погляди. Блин, хавают. Так, есть. Устанавливай, братишка. Выжигай. Ля, какие вы довольные, а. Пока так поставим. Что делать? Фух. Блин, они быстро будут жрать. Вот чем беда. Еще главное не промахнуться, пацаны, потому что только промахнешься, капец там будет. Так, последний остался, и мы его превращаем уже во вторую фазу. Есть, ребята, сейчас можно еще третью фазу успеть. Ну, в принципе, и вторая фаза тоже хорошая, отличная. Ребят, да вам не жить. Так, где больше всего напрягает? Ну, вроде как тут. Офигеть, он рыцаря чуть не ваншотает. Так, где-то идут. Братан, чё такое? Давай выжигай их помощней. Братишка. Чё-то как-то. Братан. Я, конечно, все понимаю, но что-то, по-моему, тебе поднажать придется. Братишечка, что-то я чувствую, как бы это. Так, что будем делать, ребята? Потому что что-то как-то... Мы вроде как и мощные, а... А что-то как-то я не знаю... Давай, братан. На. Хорош. Повезло. Это называется повезло. Жесть. Блин, как-то они, прикинь, чуть нас не уделали. Ну ладно, ребят, на этом пока что все. Обязательно поставьте лайкосик. Также залетайте в Телеграм. Следующую серию обязательно мы уже это добьем. Вот, ребят, не переживайте. Следующая еще серия будет. Точнее, после следующей. Там точно зомбос будет. Ну, просто тут больше часа будет. Поэтому, ребят, так получается. В общем, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братья.